Петр, апостол, они вместе с Андреем Первозванным увидели Иисуса, который им сказал: «Давай я сделаю вас ловцами человеков». Его не простили в Риме, хотя он был и первым епископом с 43-го года по 78-й в Риме. Но его как бы распяли вверх ногами, чтобы показать, что он такой же, как Бог. Вот. В отличие от Варнавы, который был прощен и время отдыхал, три раза отрекся от Иисуса. Погорев Феора видел первый шедин. Бутылки выпил воздух. Его Ирод Агриппина осудил. Также воскрешал людей, он умел воскрешать людей. И как бы стал первым папой римским.